О, все, ребята. Лицензионная. Лицензия. Короче, кто запостит себе это видео Леонардо Ди Каприо в социальной сети и наберет больше всего репостов и лайков, я буду отслеживать по хэштегу Хвостович, тому и достанется этот замечательный фильм и эта рука. Мне кажется, это рука для удовлетворения каких-то своих скрытых инстинктов. Или спинку чесать. Батя, да? Если у бати спинка чешется, то им так шк-шк-шк. Всем привет! Сегодня мы с вами прогуляемся по городу Санта-Клара и посмотрим, что выкидывают американцы. Средний городок, абсолютно небогатый. И раз в год они устраивают такую акцию, типа субботника, когда ты можешь что угодно вынести из своего дома, что у тебя есть какое-то захламление, и потом приедут люди специально и подберут. Ну, фактически это делает город за счет ваших налогов. Вот, ну и мы сейчас пойдем и покопаемся в мусоре, может быть, что-нибудь найдем. Не особо богатый городок, но дома стоят в районе миллиона долларов. Ну, в долине все стоит в районе миллион долларов, даже, не знаю, палатка бомжа стоит миллион долларов. Ну, вот, смотрите, какая-то детская газонокосилка, запакованная. Коробки из-под пылесосов, какие-то еще детские игрушки, одежда, труселя, Adidas вон с полосками. Можно нашим ребятам послать на райончики. Еще больше игрушек. Кресло, большое кресло, пластиковое кресло, офисное кресло. С другой стороны тоже дверь, не знаю, стеклянная дверь, вон кресло небольшое, кстати, прикольное, уже подрыгнул немного. Какие-то тапки, еще обувь, машинные масла, вон раутер, причем я уверен, что это все в рабочем состоянии, вот этот вот Белкин модем, он стопудово работающий. Вон трусы женские, тут прям бесплатный секонд-хенд, только постирать надо будет. Пожалуйста, кулер на колесиках. Огромное кресло с секретным дном, чтобы прятаться от иммиграционной службы вот здесь. Вот. Какой-то чувак. Тебя тоже выкинули? Ковер. Еще кресло. Причем кресло одинаковое, что там, что тут. Ваза новая, целая абсолютно. Машинка коллекционная. Что это у нас, как называется? Корвет. Корвет, да, точно. Корвет. Вот это уровень. Богато люди живут. Фонарик. Мне кажется, у людей просто бомбанет от того, что люди в Штатах выкидывают. Так, давайте дальше пройдем. Так, гриль вон выкинули. Причем не один, а даже два. Видимо, кто-то стал вегетарианцем. Вон, один небольшой такой гриль и второй побольше. Вон, видите, раз, вот два. С углями прям. Прям с углями. Седлушки. Обычно китаянки с такими тачками на колесиках ходят. Китайская тема. Сейчас пойдем дальше посмотрим. Максим! Хватит бомжевать. Копаться в мусорке. Так, вон там еще, я вижу, большую детскую машинку. Вон, видишь, какая? В основном люди, видите, весь хлам с гаража выкидывают. Вон колеса, детский строллер такой, да? Это ж строллер по-русски. Коляска. Ребята, это коляска, я думаю, ну, баксов, наверное, 150 когда-то стоило, не знаю. Вон машинка детская. Небольшая. Какая-то, блин, плита, что ли, электрическая, стол. Там хитер, походу, стоит, да? Очиститель воздуха или хитер. Причем, ну, неплохо так выглядит. Многофункциональный, с таймером. Похоже, хитер. Еще какой-то ковер сложенный. Ты знаешь, что мне это? Пылесос. Кофеварка. Ты знаешь, что мне это напоминает?
смотрел нашу Рашу, там, где были два бомжа, Сифон и да, какой-то да. второй. И вот они типа на такой мусорке жили, где олигархи там икру выкидывали. Шампанское, дорогое, да, это чем-то похоже. Ну да, видите, я так понимаю, все это люди выкидывали в субботу, а до понедельника это все будет здесь, и вот кто-то уже ездит, себе выбирает что-то полезное по хозяйству. Прям ресайкл на месте. Что это у нас тут? Фильтр для воды, горшки, детская одежда, кресло. Детские вещи в основном старые выкидывают. Вон, ходунки или как это называется. Сумка. Пешка. Не знаю, что это за фирма. Вентилятор. О, Asus какой. Ну, это пустая коробка. Видеокарт там, естественно, нет. Картриджи какие-то, шлемы детские. Еще какая-то сумка, что за... Пульт и шарик для гостей. Подожди, сейчас посмотрим, что за бренд. Это Louis Vuitton. Louis Vuitton? Вряд ли. No name какой-то, не знаю, не разбираюсь. Интернет-профит-мейкер, вон, видите, можно зарабатывать в интернете за счет этой маленькой коробочки. Вон, магнитофон. Но этот CD-плеер, он уже немного... Спутниковая тарелка лежит. Блин. Шар для задницы, он волейбольный, не волейбольный, а как-то специальный. Это для подарка. Ты хочешь подарить что-то? Давай ты подаришь... Обертка. А, обертка, окей, окей. То есть ты хочешь это себе забрать, да? Ну ладно. Смотрите, какие-то Оскары, награды боевые. Вон кто-то всю жизнь занимался спортом, смотрите. Ёханый бабай. Максим, не хочешь стать призером чемпиона мира по тэквондо, например? А можно у входа в дом установить, чтобы грабители не заходили? Что это за вид спорта? Северно-восточный открытый martial arts какой-то, не знаю. Боевые искусства. Ой, да, клавиатура, монитор, наушнички. Баскетбольное кольцо, какой-то матрас, вон, этот, печка, что-то платье очень даже секси. Макс, не хочешь примерить? Мне кажется, оно тебе пойдет. Сам его. Ну, посмотри, да, подержи его. Перестал. Ну, подержи хотя бы просто. Видите? Что это за фирма? Это CDC, я не знаю. Ты машину не хочешь себе? Бейсбольная бита. Может быть, заберем и разыграем среди подписчиков. Хотите бейсбольную биту? Давайте. С подписью. Хотите... Она треснута, не, не да? покатит, черт. В натуре надо, давай найдем какой-нибудь крутой подарок, который мы разыграем среди подписчиков. С мусорки американской. Об этом, наверное, напишет Лента.ру. Ну, а мы сделаем такой конкурс. Мы сейчас найдем что-нибудь крутое на помойке. А вы потом должны будете поделиться на стене у себя в социальной сети этим видео. И кто наберет больше всего репостов, тому я отправлю что-нибудь из Америки. Вот, например, коня. Нет. Смотри, алые поля. Детского коня не хочешь? Смотри, картинка какая. Ролики. Нам надо найти еще. О, целое ведро кроссовок. Пылесосы. Гниющий запад. Вот так он выглядит. Загнивает по полной. Какие-то стекломой, наверное, не знаю, что это. Давай еще одну биту найдем. В этом районе лучше сильно не снимать. А что? Мы вышли из безопасного 1-миллионного района. На полмиллиона. В полумиллионный небезопасный. Я хочу биту найти. Биту можно, наверное, будет разыграть, отправить. Смотри, какая ваза. Картина вон Пикассо. Я думаю, что это вавилонская какая-то. Да, вон ваза, смотрите. Ну, не ваза, это лампа. Ну да, мы с тобой... О, хлебушек. Корсит. Хлебушек? Да. А вон в натуре хлебушек. Сладкий хлебушек, кто хочет. Картина. Что за картина? Может, картину отправим?
какая куча, ребята. Матрасы, еще кресло, детская каталка, колонки, усилитель колонкам. О, а, из рамки вывалилась. А такая красивая, да? Красивая, кстати, да. Сетевой фильтр. Ну, я не вижу такого, что он... А еще этот обогреватель. Вот уже вот где общество потребителей, да? Вот люди всю жизнь покупают. Это для стирки что-то? И потом выкидывают. Стирка ставят, да? Да, это для стирки, по-моему. Не знаю. Какая-то штука. От Honda бак. Лол от мотоцикла. Еще один гриль. Причем тоже такой, ну, нормальный. Еще одна кофеделка. Там, смотри, целую яхту, по-моему, выкину. Я не знаю, там... Вот, если честно, если бы я сюда только приехал в гости и не знал, что здесь, типа, субботник был, и все это повыкидывали, я бы подумал, что тут случился какой-то апокалипсис. Елка, кстати, новогодняя. Я подумал бы, что тут случился какой-то апокалипсис. И всех поубивали и начали там выкидывать из дома вещи, чтобы сносить дома или что-то такое. Ну, просто жесть. Потому что выглядит это все довольно странно. Да. Ну, тут, не знаю, пальмовую ветвь могу прислать. Или большой вентилятор. Вентилятор поменьше. Вон, смотри. Дэвид Джонс. Не в курсе, что за бренд. Если бы это был Луи Виттон, я бы, наверное, мог отправить Луи Виттон. Что это? Это подлокотник. Я думал, что это для пахучки, даже индусские для пахучки. Хотите большую соломенную шляпу? Сабрера. Даже две, а это прям с застежкой. Ладно, мы разыграем эту соломенную шляпу и еще что-нибудь сейчас. Это жесть. Набор инструментов там вон был. Что это такое? Какой-то Бринкс. Замок прям. Это мальчики игрушки. Прикольно. Ой, извини. Так, пылесос, лыжная палка там лежит, я вижу, еще детские игрушки, целое ведро носков, наверное, однопарных, которые остались. Палочка для гномика. Палочка для гномика. Какой-то огромный мегапылесос, еще один пылесос, а это набор отверток. Для зэков, по-моему. Набор заточек. Странно, да? Электрическая какая-то штука. А, это DVD-плеер, сумка. Так, ну тут все. Не видно ничего такого. Разворачивайся, давай. А сейчас там нету больше ничего. Вот это еще на обратном пути. Заценим на обратном пути. Вон там, видишь, по-моему, в самом конце есть очень большая куча, нет? Да? Вот оттуда Мерседес отъезжает. Да. Там уже, я думаю, по-щедрому должно быть. Может быть, там будет какой-нибудь золотой гномик, знаешь? А вот это вот кто-то. Я-то думаю, чего сюда бомжи всей Америки съезжаются. У них тут каждый год распродажа. Понимаешь? Так, ну тут такая. В основном всякая мебля. Старая. Детская игрушка, усилок, шланг, гриль, ботинки, дрова и стол. Кому нужен стол во дворик? Еще куча дров. Стул, колонка, полки. Здесь? Да? В этой ничего не будет куча?
кукла. Это заяц. Смотри, он прям беленький, чистенький. Ну, почти. В юбке. Шёгун. Сэр Джеймс Паттерсон. 4 июля. Land of the Living. One door away into heaven. Nothing human. Какие-то триллеры, походу. Линда Лафермиллер. 5,97 за книжку. Романы, в общем, разные. Роман, роман, ты наркоман. Так. Прикольно, что мы никогда здесь не были в этом районе. Ну да. У нас есть мексиканская шляпа, как минимум. Ребят, вы можете выиграть, как минимум, ее. Ее с пулями. Ее носил еще сам Индиана Джонс. Вот слева я кучи мы не были. Вот тут. Холодильник, пожалуйста. Что это? Минск, Витязь? Слушай. Фригадейр. А нам полочки не... Что там, труп? Стиральная плита. Кейс для третьего айфона. Не раскрытый причем, ребята, не раскрытый. Хотите выиграть кейс? Радио какой-то, плеер. Куча газет, книг. Маленький матрасик. Tower of the Good. Вот дарят людям всякое дерьмо, а потом оно, знаешь, вот оказывается на улице. Я поэтому... Ну, дарите людям деньги. Дарить, да, действительно, дарите людям, пускай они дерьмо покупают себе сами. А, тут у них прям просто какая-то скопление. Еще одна плита, еще один холодильник. Три холодильника, две плиты, микроволновка вон. Поле чудес. Ну, крутите барабан, сейчас мы что-нибудь достанем из этой помойки лично для вас. Вон, по-моему, pressure cooker как раз-таки. Что тут у нас? Джойстики от Соньки, от второй, по-моему, еще один. Хотите раутер? А, у вас, наверное, в сеть там не воткнуть его. Даже напряжение выше. Хотя переходник можно купить. Ребят, все, последняя куча. Вот у нас есть шапка. Мы очень бы хотели что-нибудь разыграть. Но, как видите, здесь нет ничего путного для вас. Хотя, может быть, и есть, не знаю. Бойлер. Пылесос. Дверь от машины, обивка. Лампа, шкаф. Холодильник. Кресло. Еще один холодильник. Все. Всем спасибо и пока.